Ничего не знаю. Не спрашивай меня. Нет, нет. Пожалуйста, оставь нас в покое. Оставлю, если ты ответишь на мои вопросы. Ладно, ладно. Что ты хочешь знать? Твой друг болен. Ему очень плохо. Туман забрал разум. Нам нужен лекарь. Мне сказали, что он должен быть здесь. Лекаря здесь нет. Его затеяли, схвабрали. Забрали? Прости, говорить сложно. Моя память, разум, все туман. Обычно. Скоро я стану как он, если врач не вернется. Скоро. Какие-то люди увели лекаря в шахты, к северу. Это было давно. Что с тобой произошло? Почему ты пришел в каменоломни? Я не помню. Но знаю, что лекарь спас нас, потом пытался исцелить. Но без лекарств, что он для нас делал, мы не вряд ли когда-нибудь излечимся. Расскажи о лекаре. Он добрый человек. Делает лекарства от нашей болезни. Но лечение... Лекарь сказал, что нужно время. Поэтому важно вернуть его. Я помогу. Ты спасешь лекаря? Его увели на север, к шахтам. Эй, отойди от него, Мистий. Это не твое дело. Я в рассыпную сразу же. Посмотрим. Любимец лекаря. О, нифига. Как они умудряются у меня попадать, блин. Есть не только серебра. Ух, чувак. Зря ты это. Слышал, что говорят о командире. Кто сказал? Понимаю, как он может драться, когда весь меч в крови. Оба мне верят. Найди укрытие! Мы здесь уже несколько раз были. Видели мы этот выход. Я им ни разу так и не воспользовался. Свободен, наконец. Я знал, что это ненадолго. Не благодари. Да-да, спасибо за спасение. Я должен вернуться, зверьки заждались. Ты здесь из-за них? Чего? О каких зверях ты говоришь? Нет-нет, я не о животных. Они и говорят, но медленно. Ты говоришь о работниках каменоломни. Мысли. О них. Я забочусь о них, даю лекарства, а они помогают мне в... Зовешь их зверьками, да? Я к ним очень привязан. А ты силен, да-да. Зверьков не бывает много. Присоединишься к ним? Это будет серьезный вклад в мое исследование. Я не стану подопытным. Как насчет посмертного осмотра? Нет. Большая потеря для науки. Я делаю вкусные лекарства, знаешь ли.
Расскажи о лекарстве. О, лекарство. Оно необходимо, когда появляются осложнения. Иногда серьезные. Ну. Например, утрата воспоминаний. А, да, ты знаешь. Они... Я виноват, да-да. Ты продолжаешь их калечить. Это не я. Меня заставили. Но я все исправлю. Я всегда исправляюсь, да-да. Да-да. Те люди, что тебя забрали, кто они? Там был один с повязкой на глазу, а тот, что отдавал приказы, был лысым. Они заставили меня сделать больше средства. Малака! Заставили! Они угрожали убить зверьков. И забрали тебя. Да, они отказались вернуть меня к зверькам. Вот я и отравил нескольких, да-да. Никто не заберет меня у зверьков. Нет-нет. Нет-нет. Какое прошлое у зверьков? Не знаю, да мне и не нужно. Знаю, что меня заставляли давать им средства в пещере, похожей на эту. Если не работало, я брал зверьков к себе. Должно быть дивное средство. Да-да, дает зверькам силу. Как я сказал, осложнения бывают тяжелыми. Наверное, просчет с моей стороны, бедняжки. Мне нужно твое лекарство. Дай его мне. Что? С какой стати? Я тебе не обязан. Я этого не сделал. Гаси не обязан. Лекарство нужно моему знакомому. Он пострадал от твоего исследования. Что? Невозможно. В смысле невозможно? Зверька, верно? Я не могу бросить зверьков. Боюсь, мне нужно время, да-да. Сперва избавься от тех, кто забрал меня от зверьков. Они в крепости, дальше по дороге. Я избавлюсь от них. Сделай лекарство к моему приходу. Да-да, приходи в каменоломни, когда убьешь этих людей. А мне уже пора. Зверьки заждались. А, там сзади. Лекарство может помочь Нелере. Но сперва... Класс. Вот это сюжет. Попробую найти укрытие. Один из двух? Я что, уже одного убил? Я только сюда пришел. Наверное, кто-то из главных. Нет, чувак, ну только не сюда. Поздно. Вот я быстро справился. Ай-яй-яй. Жесть. Перерезали всех. Пульт. Там же брать. Вот этот щит меня раздражает. Как сковородка, блин. Ощущение, как будто он сейчас будет защищать.
Что ты меня видишь-то, а? Ничего не можешь сделать. А лекарство? Ты еще можешь выжить. Помни, что я лекарь, Мистий. Я знаю, что это смертельно. Вот обещанное лекарство. Я всегда исправляюсь, да-да. Я дам его Нелею. Может помочь, но не ожидай чуда. Я тебя не оставлю. Ты можешь убить меня и прекратить страдания. Прошу тебя. Что именно случилось с этими людьми? Настоящая резня. Случились стражи культа. Да-да, началась бойня. Они пришли оставить тебе послание. Они знают, что ты где-то здесь. Зараза. Я не убью тебя. Должен быть другой способ. Прошу тебя. Другой способ – долгая болезненная смерть. Прошу тебя. Мне больно. Зараза. Все равно меня нашел. Зараза. Совершить. Ну ладно.